Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы Легенда. Ширина составляет 5 метров, длина 15. Фундамент будем использовать клиента. Еще подготавливают его. На данном этапе мы разгрузили машину. Сейчас будем все распаковывать и потихоньку собирать. Ну что, вторая часть монтажа у нас. Каркас собрали. Не до конца еще, конечно, прокрутили прогонами. Прогонами прокрутим. Будем крепить к брусу уже. Ну что, первый день монтажа у нас подходит к концу. Каркас мы собрали, закрутили, закрепили. Начали обшивать стены поликарбонатом. С этой стороны у нас будет 7 стеновых форточек. Поликарбонат мы сейчас наживили. Вырезаем под форточки проем. Будем эту стенку докручивать. И на сегодня все. Всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня у нас второй день монтажа Легенды. Приехали мы сейчас, будем делать вторую стенку, прикручивать форточки. Также потом прихватим поликарбонат, как на левой стороне, и будем заниматься потом крышей. Вторая часть монтажа у нас на сегодня, или в общем пятая. Обшили мы вторую стенку поликарбонатом, ставили форточки, также подготовили. Прокрутили шайбами, саморезами. Сейчас будем поверху уголок прикручивать и потом уже крышу. Сегодня у нас продолжение монтажа. Добили мы стенку левую, правую. Также крышу доделали. Это, получается, там подрезали, одевали профиль, перфоленту наклеили понизу. Также сверху кинули конек. Сейчас будем подготавливать форточные блоки и устанавливать их. Что, вот монтаж мы закончили, закрепили форточные блоки, 3 штуки, и также прикрутили укосины. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня представляю вашему вниманию теплицу Легенда. Ширина 5 метров, длина 15. С левой стороны у нее 7 стеновых форточек. С правой стороны 4. Каркас изготовлен из оцинкованной трубы 40 на 40 и 20 на 40. Прогоны изготовлены из трубы 20 на 20. Все было покрашено порошково-полимерной покраской. Цвет 80-17, коричневый. Также мы видим укосины на стенках прикрутили. И 3 форточных блока.
ручного проветривания. Двери на торцах распашные, это получается дверь форточка нового образца. Поликарбонат использовался 8-миллиметровый. Фундамент был уже подготовлен клиентом. У нас была задача собрать каркас и обшить поликарбонатом. На этом все. Не забываем смотреть новые выпуски.